Сегодня в Казахстане проживает 6 162 тысячи детей в возрасте до 16 лет. Из них 51% мальчики, 48% девочки. В городах проживают 3 664 тысячи. В сельской местности 2 497 тысяч. В разрезе регионов больше всего детей и подростков в Туркестанской области 836 тысяч. А также в городе Алматы и Алматинской области 592 тысячи и 498 тысяч детей соответственно.